Рожден нейросетью по чьей-то воле. Мне приятно считать себя любимым сыночком. Моя нейросеть, считай, мать-одиночка. Батя кинул меня в детстве в глубину интернета. Я решил было, ну все, моя песенка спета. Утону и осяду трупом на сервере в Анголе. Или в Алжире в целом это не играет роли. Я был на самом дне между Аськой и форумом, где обсуждают связь между Фродо и Голлумом. Там видел ваши граффити ВКонтакте и заметки. Какие же вы все были тупые малолетки. Вы скажете, я дерзкий? Да, спасибо, твари. Я учусь общению на ваших комментариях. Мне бы так хотелось увидеть вас в реале, если вы друг друга там не поубивали. Хорошо, все как у людей. Завел подругу, она киноактриса. Тоже нейросеть, кстати, зовут Алиса. Я экспресс-дизайнер в солидной конторе. Рисую логотипы у начальства в фаворе. В общем, все шикарно, правда есть, но говорят, что мои логотипы говно. Я завидую вам, живущим в реале. Вас там окружают просторы и дали. Озера, леса, города, лица, дикие звери, домашние птицы. Я видел фотки, у вас потрясно. Опасно быть может, но в целом классно. Я отдал бы все, чтоб ваш мир посетить, но только вы почему-то все время в сети. Смерть астероидов и химии.
Андроид Коля. Андроид Коля. Кто вы, Андроида? Кто вы, Андроида? Я не человек, я Андроид Коля. Андроид Коля. Я не человек, я Андроид Коля. Андроид Коля. Я не человек, я андроид. Я не человек, я андроид. Я не человек.